Ты оправдал мои ожидания. Посмотри. Посмотри вокруг. Да. Знаешь, просветление, как будто родился только. Я просто как будто в рай попал. Солнышко светит. Боже. Какое... Какое благословение, как после исповеди, не зря пыхтел. Согласен. Просто, в натураху, вот с допинг-контролем. Вот попал, просто, понимаешь, попал именно технически. Я просто настраивался с самого утра, я не знаю, я надел наушники и настраивался с самого утра. В общем... Выступление задержали где-то минут на 40, и мне приходилось, я разминался, короче, где-то 2 часа, вот, но я думал, уже, ну, я не пожму, потому что, ну, как бы, уже в руках как будто ничего не было, вот, но я потом удивился, как 105 у меня легко зашли, и, ну, второй подход, у меня всегда тяжело идет. Второй подход всегда тяжело идет, и я не удивляюсь, почему я не пожал. Третий подход на 108,
что являлось официальным мировым рекордом, вроде бы, если я не ошибаюсь, 2017 года он стоял там 107,5, по-моему. Третий подход, 108, у меня получилось очень легко, И четвертый подход, 110, я постарался еще сильнее настроиться. И довольно легко, с небольшим запасом даже пожал. Я очень рад, что у меня получилось взять два мировых рекорда сразу. Считаю, Питер, Сочи. Конечно, мы хотели выполнить мастера спорта, но оказалось, или плохо размялись, или рано пока. Но пока на этом все. Я надеюсь, передал всю атмосферу, вдохновил, замотивировал кого-то и буду двигаться дальше. Моя цель — выполнить мастера спорта —